Всем привет, с вами Алексей. 25 ноября 2021. Сделал стрим, записал и для того, чтобы показал сорта, которые будут на весну 2022. Ну, к сожалению, качество получилось не очень, потому что там не было Wi-Fi. Значит, стримы больше не буду делать без Wi-Fi. Сейчас не стрим, сделаю обычное видео, чтобы было более-менее качество и более развернуто все-таки расскажу вам о сортах. Но план такой. Значит, сначала вкратце, для тех, кто начал смотреть это видео, и кого вообще интересуют какие сорта. Во-первых, под этим видео в описании будет прайс, ссылка на прайс, в который вы открываете. И там все расписано, там цены и так далее. Очень удобно, на самом деле, это не сложно. Второе будет номера телефонов. Мой, если у вас заказ более 10 саженцев, или Ирины, если у вас заказ менее 10 саженцев, именно мелкой розницей занимается она, у меня более крупная розница там и так далее. Так, теперь вкратце быстренько о сортах, которые будут предлагаться на весну 2022. Основной сорт, который подготовился, это шедевр. Посмотрите, какой крупный орех. Сейчас характеристик не будет, сейчас просто сорта презентую. Шедевр. Трапезунд заканчивается его и было изначально мало заканчивается есть предложение от коллег в помощи продажи напишите что вы думаете по этому поводу там есть доверие нет доверия и так далее там ну в принципе саженец не маленький скажем так сорт каталонский заканчивается. Тоже промышленный сорт. Сейчас я обо всех сортах расскажу. Расскажу, на каком расстоянии высаживать все их краткие характеристики. Сорт Галли. То, что я вам показываю, оно не достигло максимальных размеров. Галли крупнее. Каталонский крупнее. Это то, что выросло у меня. По факту он очень крупный. Галли то же самое очень крупный. Сорт Косфорд. Это то, что вырос у меня. У... не знаю, что-то у меня он там не показал супер результатов, но в других регионах показывают прекрасные результаты, люди мне отписались, все хорошо, короче, с этим сортом, в общем, это у меня там, что-то он или приболел, или штамп был старый, я штамп этот уже удалил, и буду его, скорее всего, просто небольшим кустом в три ветки формировать, сиренка сиренка, такая сирена. Это все идут опылители к шедевру в основном, тоже заканчиваются. Косфорда мало, сирены мало. косворт будет двухлеточка у нас. И также Украина 50, наш украинский сорт. Высокоморозостойкий, это сигналка, орех крупнее. Соответственно, тоже хорош как опылитель. В общем, все эти сорта, в принципе являются хорошими опылителями для шедевра. Ну, может быть, кроме трапезунда. Э, шедевр сам является хорошим опылителем трапезунда, если у него не подмерзает сережка. Так, хорошо, все. Кому надо, тот понял, какие сорта и где находится прайс и номера телефона в описании. Хорошо, теперь для тех, кто <coughs> остается, кому интересно, действительно важная информация, чтобы потом не задавать глупых вопросов, Будем более подробно останавливаться на каждом сорте. Значит, вот на примере шедевра. Первое, шедевр. Достаточно, более-менее достаточное количество, тоже немного. Украинский сорт достигает огромных размеров. Достаточно вкусный, то есть, ну, скажем так, назовем более-менее вкусный. При поджаривании становится очень вкусный. Высота куста достигает в районе 4-4,5 метров. Что это значит? Вот как, как, как расстояние? Давайте по классической технологии. На самом деле расстояний очень много при разных формировках. Их просто немеренное количество. Обо всем рассказать невозможно, да и не нужно. Это все выясняется индивидуально. Но в основном те, кто мне звонит, они высаживают по классической технологии, либо делают изгородь. Если изгородь, делаете расстояние по гуще, скажем так, это метра два достаточно, да, между растениями, и там уже, ну, как бы полтора можно, а там уже не пройдешь это будет изгородь если вы пустите его самотеком если вы сделаете три небольшие ветки в разные стороны то вы будете и с урожаем в этой изгороде и как бы но ну, она будет такая плотная ну более-менее она будет еще и освещаться неплохо солнцем значит классическая технология с севера на юг Берем, если вот шедевр, он у нас 4,5 метра достигает. Вы его не собираетесь, вы собираетесь его долго выращивать. 20 лет, 25 лет кусты на одном месте. Хотя это многовато, честно говоря. Я такой, что лучше каждые лет 10, 12, 15 и вырезать все-таки, обновлять. Хорошая тема. Ну да ладно, вот вы не хотите ничего обновлять, допустим. Значит, если у вас строго с севера на юг, вы можете в ряду расстояния уменьшать. То есть, если у вас высота растения 4,5, то у вас и в разные стороны должно быть приблизительно 4,5. Но вы можете в ряду сократить, допустим, до 2,5-3. Это вы уже не пройдете между растениями, в принципе. Опять же, зависит от формировки. Но можете уже и не пройти. Но э, вы увеличиваете междурядье. У вас 4,5, значит, вы делаете минимум 4,5, а то и 5 метров. Для того, чтобы не топтаться по ореху, нормально проходить междурядя и обрабатывать. Но между уже в этом ряду вы не пройдете. Вам надо либо специально расстояние оставлять, то есть где-то сделать расстояние, скажем так, ну, увеличить и посадить опылитель на это место, допустим, да, чтобы он не подмешивался к вашему основному сорту. Тогда вы там сможете пройти для удобства перемещения. Но это если строго с севера на юг. Если не строго с севера на юг, то так плотно высаживать нельзя, потому что у вас обратная сторона будет плохо освещаться. Соответственно, на, на некоторых сортах вы можете получить более мелкий орех и более его мелкое количество. Но опять же, зависит от формировки. Если вы сделаете формировку, как ну, мы рекомендуем, небольшое количество стволов, там, допустим, 3-4 ствола, но даже, даже 4 это, я считаю, ну, максимально, то есть 3 где-то примерно, то у вас получается чаша. Раскидистое растение, и все стороны будут хорошо освещаться. Тогда, в принципе, не имеет значения, с севера на юг или не с севера на юг. Тогда в ряду можно уплотняться. Скажем так. Итак, 4,5 значит, в ряду делаем для того, чтобы вообще не заморачиваться, делаем, ну, допустим, вот как они просят 4,5, а между рядом чуть-чуть больше 5 до 6 метров. Вот так вот. То есть относительно более-менее высокорослое растение. При необходимости, я вам уже объяснил, можно ужимать расстояние в ряду без проблем. В междурядях ужимать расстояние нельзя, так как растения должны проветриваться и хорошо освещаться солнцем. Если в шахматном порядке, тогда можно немножко расстояние уменьшить. Но вы должны понимать, вот 4,5 метра очень высокоурожайный достаточно быстро при определенных условиях вступает в плодоношение, а по морозоустойчивость средний, в основном, то есть ну, в маленьком возрасте надо накрывать, все это описано, рассказано, вернее, в моем видео от А до Я, обязательно прикрывать, по опылителям тоже надо, хотя у него очень много сережек, он хорошо опыляется, в общем, ну, прекрасный коммерческий сорт, назовем его так. На супер открытую местность низины не рекомендуют, там надо очень осторожно проверять, хотя есть много положительных отзывов по шедевру из разных участков и разных регионов. Также есть небольшое количество и не очень хороших отзывов. Там есть определенная вина самого заказчика, да, то есть нарушение технологии, ошибки и были ну, достаточно серьезные морозы, допустим, там минус 30 и на молодых растениях не принималось никаких мер. Ну, шедевр это не та ситуация он в принципе достаточно морозостойкий, но как бы все-таки уделить внимание этому сорту надо и в принципе он того стоит, скажем так. Теперь трапезун. Очень мало растений, а один из самых крупных орехов э, в мире из-за круглых, видите его огромный размер, вот только вот карамановский его не будет, он будет на осень, видите, только карамановский из круглых пока на сегодняшний день именно может полностью сравниться по размерам с трапезундом. Так, значит, что еще хорошего? Тоже высокоурожайный у меня тоже э, спешит, как и шедевра, распускаться. Соответственно, надо прикрывать. Все это показано, как сделать на видео. Тогда я это молодые растения. Когда взрослые растения, в принципе, все нормально. Так же, как и шедевр, рекомендую на каких-то, обязательно у себя иметь для коллекции, на дачных участках и так далее, на закрытых, на полузакрытых, в поле пока трапезунт. Я рекомендовать, скажем так, ну, опять же, руку на отсечение не кладу, опять же. Но есть положительные отзывы, особенно при правильных формировках, но очень внимательно надо с этим сортом, и он, опять же, он того стоит, и он вкусный. Он, он достаточно вкусный. При поджарке, как и шедевр, дает просто великолепный вкус. Это точно. На что мы рассчитываем? На то, что когда вы принесете такой орех, если вы там посадили у себя на участке определенное количество, что когда вы принесете такой орех, даже не в улучшенном виде, у вас перекупщики его по очень высокой цене сразу заберут. Потому что ядро огромное, орех красивый, жирность высокая, хорошо лущится, У него все прекрасные показатели. Скажем так, для промышленного ореха, еще один промышленник каталонский тоже заканчивается, тоже мало его. А, значит, да, он что-то не так быстро у меня вступал в плодоношение, но я с ним поработал. И на данный момент у меня неплохие результаты. Единственное, что не могу сказать, что сам орех у меня получается крупный. Каталонский должен быть намного крупнее. Соответственно, жду, пока подрастут эти растения. Потому что у меня их не сильно много, вы же знаете, я больше занимаюсь максимально саженцами по растениям. У меня уже были взрослые растения, все я вам показал, проверил. Каталонский, ну ему, ему там года 4, потом я их пересадил 4 летками на другой участок. Они все равно дали орехи, орехи небольшие, скажем так. Вот следующий год я за ними наблюдаю. В следующем году, по идее, он сейчас набрался сил, хорошо, нормально подкормленный, ушел в зиму. И вот он должен дать сейчас хороший урожай. Но такого, что вообще нет ореха, такого нет. Пока нет ореха, я наблюдаю только на тонде диджифоне, но там опять же она была в тени от груши. И как бы я грешу на это. Но там ореха пока нет. Приросты великолепные. Каталонский тоже самое. Морозостойкость не спешит прирост и сладковатый на вкус, лущится руками, высота, значит, давайте вернемся к трапезунду. трапезунт у нас высота, ну, в основном будет где-то метра три с половиной при хорошем уходе, если огромные растения, там, по 30 лет, там, конечно, высота выше, но я такой не буду брать, соответственно, значит, три с половиной метра, соответственно, в ряду можно сократить до 2,5-3 с севера на юг, а между ряда сделать чуть побольше где-то в районе 4 метров для трапезунда. Каталонский высокий, соответственно, до пятиушки вырастает. Соответственно, можно при определенных э, технологиях, если V-образная формировка будет, тогда в ряду можно сокращать тоже. Расстояние приличное, если ничего не будет, если будет обычный стандартный кустяк, а 5-метровый там тогда, конечно, надо расстояние сделать в ряду тоже метра 4-5, а между рядом сделать вообще метров 6, дабы не топтаться по ореху и для удобства обработки, чтобы растение хорошо освещалось. Сладковатого вкуса лущится руками. Галя является опылителем, Закладывает много сережек, дает крупный орех, очень высокое растение, до 6 метров, соответственно в ряду надо увеличить расстояние, опять же зависит от формировки, между рядом делать ну точно не менее 6 метров, да, то есть дабы не топтаться по ореху. Сладковатого, такого небольшая сладость присутствует, на мой вкус неплохой, на вкус орех, даже ну, в сыром виде, все рассказываю за вкусы в сыром виде, жареные они все вкусные, вот. Все у него нормально, единственный ну, типа недостаток это э, более толстая скорлупа. Я это к недостаткам не причисляю. Лущится он в принципе нормально, без огромных усилий. Поэтому толстая скорлупа зачастую является еще и дополнительным плюсом. Она увеличивает срок хранения, скажем так ореха, да, и э, в нем в некоторых сортах вообще его не э, поражает долгоносик достаточно опасный враг. Ну то есть есть плюсы и в принципе сорт очень даже неплохой, э, тоже очень быстро развивается, как этот каталонский, э, дает очень много сережек, то есть ну европейский сорт с приятным таким сладковатым вкусом, потому что европейцам характерно больше сладости. Нашим сортам характерен более большие букеты и либо просто вот именно фундучный такой мощное послевкусие. Да? Это из того, что я вам показал, это вот является шедевр таким. Он, ну там сладость у него, ну вообще там ее практически нет, то же самое трапезун, да, то есть вообще минимальная сладость, но потом идет именно вот ударная послевкусие, именно фундучная в европейцах оно менее выражено, скажем так они бывают чуть более как суховатые, не такие жирные то есть, ну такой вкус, знаете, более такой как утонченный. Ну, в общем, европейцы есть европейцы. Косфорд, прекрасный опылитель, забыл его показать в предыдущем видео и рассказать о нем. Тоже двухлетка, вот прекрасный опылитель. Много сережек, что-то там у меня с ним пока не сложилось, но это, это я. Это я однозначно, потому что есть результаты у людей, все хорошо. Поэтому Осворт берем в первую очередь как опылитель, во вторую как танкокоры вкуснейший орех. Высота у него ну, тоже где-то в районе 4 метров, а может ну, где-то вот в этих пределах. Соответственно, расстояние в ряду можно сделать и 3, и даже и 2,5, а между рядами сделать минимально 4-4,5, дабы не топтаться по ореху, скажем так. В общем, у Косфорда тонкая скорлупа и очень вкусный орех на самом деле. То есть, многим на вкус он очень нравится. Как вот определить вкусный, да? Ну, это когда орех многим, очень многим нравится на вкус, и они выделяют этот орех, да? Соответственно, у него есть какая-то своя изюминка, да? Либо привкус очень какой-то приятный, например... Ну, я не знаю, там, ну, есть и миндальные привкусы есть, есть сладости больше, кто что любит. Здесь здесь букет, и он очень приятный на вкус. Так, следующая у нас, Сирена, краснолистный сорт является, тоже много сережек закладывают. Сережки по непроверенным данным супер морозостойки. А вот сама Сирена по себе средняя морозостойкость, а вот сережки якобы до минус 40 выдерживают, вот ну, я не знаю, это в одном месте я читал в литературе. Поэтому непроверенная информация. Орех замечательного вкуса, сладковатый, просто великолепного вкуса. Такая жирность у него есть, у него есть все. Один из самых вкусных орехов в сыром виде, который я э, люблю и пробовал. Э, ну, э, есть и недостатки, за это приходится платить. То есть э, она достаточно сам орех по себе это сигналка, он будет крупнее, но он небольшого размера, э, скорлупа тонкая, выход ядра хороший, это, это приятный момент, легко лущится. Ну, опять же, средняя морозостойкость тоже как бы, ну хотелось бы побольше, да, но это не сильно, так уже, скажем так, большой минус. Ну вот в основном бы размеры, что он не супер круглый, вот такого плана к нему предъявляются претензии. Но вот как опылитель, допустим, и как для себя покушать, так как он высокоурожайный, сорт проверенный очень давно скажем так, он там вывели его то ли в 40-х годах, то ли в 60-х, то есть он уже очень давно, очень проверен, все о нем уже все знают, поэтому, ну и, соответственно, очень десертный вкус. Ну а в жареном виде они все, вот все, все орехи, я еще не пробовал ни одного ореха, наверное, который бы в жареном виде не становился намного-намного вкуснее в плане усиления послевкуса и придания жирности. Но на самом деле лучше употреблять сырой орех. Это намного полезнее. Еще и вымачивать его. Я сделаю видео обязательно по этому поводу. Я уже пробовал. Это не так вкусно, может быть. Но это очень приятно для поджелудочной, для желудка. Это все вообще очень легко. И намного полезнее оказывается, чем орех просто вы кушаете да, в сыром виде. А что касается покупного ореха, то его обязательно, я считаю, надо вымачивать. Особенно из Турции. Ну, ребят, ну вы сами понимаете. Как, как сказал мой коллега. А представьте себе, сходил турок по большому, пришел и продолжает дальше заниматься вашими орешками. Ну, в общем, что-то типа того. Плюс перевозка, плюс потом наши торговцы возле дорог часто все это было где-то валялось на складах. В общем, вы меня поняли. Вымачивать импортный орех обязательно. Но, слава Богу, импортного ореха будет становиться все меньше и меньше, потому что сады засаживаются, люди высаживаются, и это замечательно. Фундука будет много, мы будем его много кушать, будем сильно и скажем так память у нас улучшится будет защита от рака поэтому фундук ребят это очень хорошо поэтому э, им люди и занимаются это не мега прибыльно на самом деле на этом не озолотишься можно пойти э, я живу возле крупного города устроиться на нормальную работу и в принципе зарабатывать либо те же деньги либо даже больше Поэтому фундук это не о миллионах, не о БМВ и так далее и тому подобное. Нет, фундук это фундук. Это, скажем так, полу для души. Это дело, которое люди занимаются для души. И плюс некоторые еще просто себе зарабатывают на жизнь этим. Украина 50. Наш украинский сорт вкусный, морозостойкий, много сережек. Просто великолепный вкус. Значит, сирена по высоте остановлюсь. Вернусь, вернее. Тоже не, не супер там она. Ну, в районе 3,5-4. Соответственно, вы понимаете, да, уже, что в ряду там метра 3 с севера на юг. А в междуряде хотя бы там 4 надо сделать. 4,5, чтобы не топтаться по ореху. Украинка, ну, где-то тоже, ну, может, 4 метра. Там 4,5, вот так вот. Соответственно, в ряду тоже можно сделать 3 а между рядом там хотя бы 4,5. Это сигналка. Орех будет крупнее, орех 3 грамма свеже собран. Это вполне нормально. Скорлупа не толстая, а вкусная. В общем, ну, ну, шикарный сорт на самом деле. Тоже рекомендую все эти сорта. Как опылители к шедевру можно использовать, соответственно и не один какой-то брать. А я всегда рекомендую брать разные. Один как более ранний опылитель пойдет, один как более поздний. Где-то сережка подмерзла, не дай бог. То есть я, конечно, такой больше за разные опылители, считаю, что это принесет больше результатов, скажем так. Ну вот такая ситуация. Знаю долго, извините. Но видео получилось, по моему мнению, достаточно информативным. Я именно быстро старался выдавать информацию. Рассказал вам много полезной информации. Поэтому видео, это считаю, будет вам очень полезно. Вот, и ну, все, больше не о чем говорить. И так все сказал. Сорта заканчиваются. Внизу прайс, номера телефонов от 10 штук, мне до 10 штук Ирине. Весна, как обычно, слабая, вот 7 сортов всего предлагается на данный момент. Еще, ну, я еще там посмотрю, вот, может помогу кому-то еще с реализацией ну это точно вот то что уже вот есть на сегодняшний день если что-то будет изменяться заходите в прайс под этим видео или и, и этот же прайс под всеми э, видео свежими в основном есть и там мы вносим сразу изменения и дополнения скажем так все ну что планирую коробочку на э, весну да то есть саженец для розницы планируется в коробку э, планирую подарочные орешки продолжать Желать, да? то есть подарки в виде орешков там буквально несколько орешков, чтобы вы имели представление об этих сортах хотя бы как они выглядят, да. Вот это то, что точно планируется, поэтому, соответственно, будет доставка более еще более безопасная в плане повреждения саженцев. Да, хотя и так все нормально, все в этом году вообще сработали очень даже хорошо, я вам скажу, и по рознице хорошо сработали и доходило многим без повреждений, упаковка была хорошая в общем довольны в основном все заказчики довольны мы поэтому надеюсь весной будет еще лучше все будет ребят только идти теперь только на качество и только все будет улучшаться и улучшаться. Дай Бог, чтобы были здоровы и все было хорошо. Все, всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный э, привет из Харькова. Кто хотел заказывать, не затягивайте. Честно, саженца на весну традиционно очень мало. Возможно, в будущем мы эту ситуацию исправим. Все, всем пока.